В Екатеринбурге в квартире жилого дома произошел взрыв с последующим возгоранием. Благодаря отваге двух добровольцев, бросившихся на спасение жильцов подъезда, никто не пострадал. Нам слышали взрыв, увидели огонь, увидели девочку в окошке, побежали, вытащили маму вот с девочки. Нет, они правда молодцы. И у них реакция мгновенная была. Они думали, она одна дома. Она была не одна, но они тут же мгновенно, вообще секунду улетели. Вообще ребятам спасибо. Пожар в бывшем малосемейном общежитии на Фурманова 60 начался в 21:45. Очевидцы утверждают, что прогремел взрыв в квартире на 4-м этаже, после чего из окна показались языки пламени. Раздался очень сильный взрыв. И звон стекла. Вон на машине, мы тоже взрыв услышали. То есть резкий взрыв. Она сразу стала смотреть в окно, ребята сразу ее увидели. Тут же они через 2 минуты были уже у нас. Сын хозяйки этой квартиры и своей матери, и пожарным заявил, что его во время взрыва дома не было. Мать поверила, а вот пожарные... А у вас дома-то не было никого, да? Нет, а? Ничего не кинул, вроде. Ну, стекла целый был. Ну, хлопок был, прям хлопок. Все слышали. Даже на улице все слышали, что был сильный хлопок. Ну, тут видно, что машину обожгли, а пролили по дивану. Так чем, Тимур, кто? Кто-то зашел, что ли, или что? Квартира была закрыта. Квартира смотри, тоже. Вот да сейчас. Подожжена, да? А обои вообще не тронута. А как он перешел, получается? Поджог, я тебе объясню. А кто бы мог зайти? Могут да не обязательно заходить, чтобы поджечь. А кто как? Через дырочку. У вас железные двери закрыты. Через дырочку. Дырочка есть там. Видя пожары каждый день и зная, как они начинаются, огнеборцы не очень-то доверились словам молодого человека. Их сомнения, похоже, разделили и все прочие очевидцы случившегося. В чем виноват? Объясните. Мы ничего. Его дома не было. Ничего. Его ничего дома не было, загорелся дом. Ну что, он в чем виноват? Ребенок стоял наверху, мы выбежали. Прибежать, да, ребенок часто. И что? А если бы у тебя так загорелся дом? И что? Весь подъезд жаловался, наркоман. Слово говорю, наркоман. По нему видно, по нему видно. Самый натуральный наркоман. А что можете сказать про жильца снизу? Ну ничего хорошего. Пьет? Ну ничего хорошего. Выпивает? Да и конечно, да, ничего да. Хорошего. Работает? Я не знаю, я ничего не знаю. Скажу, с ним общаться очень сложно. Для выяснения причин пожара на место происшествия был вызван наряд полиции. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Работа пожарных от момента получения вызова до сигнала отбоя продлилась всего 57 минут.